Всем привет, друзья. Иду в больницу. Мы сегодня в Иркутске. Вон там Саша. Он сейчас поедет по делам. Пока я буду в больнице проходить врача, он поделает свои все дела. Вот, всем пасмурно. Сегодня в Иркутске взяла куртку. Что-то, знаете, куртка уже не застегивается. Вот так вот уже, видите, все. Вот это вот. Вот так. Ну, в общем, лишь бы дойти. Сегодня ни анализов, ничего такого. Просто пройду сейчас врача. Может, назначат на анализы. И поедем домой. Сашина мама и папа у нас смотрят за ребятишками. Сегодня 23 недели моей беременности. Ну, идемте. Сейчас надо будет одеть маску и бахилы. Такая вот больница. Вот видите, здесь я наблюдаюсь. Как ее показать-то вот так? А там сам роддом. Там родились все наши детки. Я надеюсь, что 9-й тоже там родится. Ну, вот, в общем. Чуть никого нету. Как-то странно, тихо. Ну, кстати, вот это вот здание сзади меня, патологию новую отремонтировали. Раньше, помню, со старшими детьми там лежала часто. Там что-нибудь угрозу поставят или еще что. Ну, сейчас, слава богу, пока все хорошо протекает у нас. Ну, ладно, вот она. Моя поликлиника. Областной перинатальный центр. Я прошла врача. Моего врача, к сожалению, сегодня не было. И заменяла ее заведующая. В общем, полтора часа в очереди просидела. Я, кстати, хожу уже как медвежонок. У меня такая походка, как у медвежонка. С животиком. Я сама чувствую уже. Пингвиненок. Вот. Саша уже все свои дела поделал. Ждет меня. Все хорошо. Анализы пришли идеальные, слава богу. Так что теперь мне нужно будет приехать сюда сдать глюкозу, толерантность к глюкозе. Самый мой нелюбимый такой анализ, потому что в прошлый раз он у меня показал высокую глюкозу. Я боюсь его теперь сдавать. Вот. И 9 октября приеду, сдам этот анализ, мочу. А на прием мне 19 октября теперь назначили. Ну, так все хорошо, все по плану. Все, слава богу, нормально. Ждет. Что-то фильм, наверное, какой-то смотрит. Пока ждет меня обычно. Что-нибудь смотрит там. Дождался. Неужели в самом деле? 4 часа на 2 часа запись. Да, долго. Да, это получается, я почти 2 часа, значит, сидела в очереди. Ну, еще плюс в кабинете там, пока нас посмотрели, померили, послушали. Ты сделал все свои дела-то? Успел? Надо за предохранитель на выезде заехать. Все, в принципе. Фу, что-то хотела сказать и забыла. Например. А, мы пока сидели, Саша имя придумывали в коридоре. По вайберу. Мы не придумали, придумала ты. Я ему предлагала, а ему все не нравится, короче. Короче, так и не придумаю. Ладно, время еще есть. Представляешь, мне теперь на прием 19 октября. То есть не надо сдавать анализ? Надо на сахар сдавать. 9 октября я записалась сейчас. 9? Да. Ты сказала 19 на прием. На прием. Ну... Уже анализы должны быть готовы. Ай. К приему. Вот. В общем, в прошлый раз у меня анализ показал немного повышение глюкозы. Так они нас потом гоняли. Прошлую беременность. А я что? В прошлый раз. Ну, прошлую беременность, да, вот в прошлый раз. С Алисой, короче, они меня гоняли всю беременность потом с этой глюкозой. И мы родились, а потом сколько, вот 3 дня мы лежали, Алисе все тыкали пяточку, кровь брали, или с носочка, не помню. Мне кажется, пяточки. На глюкозу все время. Причем смотрели. В тот год почти все, кто там стоял, почему-то были с повышенной глюкозой. Как-то не знаю, странно, что там, да? Может, у них реагенты такие непонятные. Реагенты какие-то были неправильные. В общем, сейчас я даже боюсь, что что-нибудь может пойти не так. Ну, дай бог, чтобы все пронесло. Ну, ладно, едем. Мы уже в поселке. Дима на тренировке.
лыжники наши. У них роллеры вместо лыж пока что, а зимой будут лыжи. Эти тоже тренируются. Ой, плохо видно. Там кто? Николай Петрович и Трепан. Где он? Тренер наш сидит. Так, школа у нас вот здесь у ребят. За хлебушком, в общем, сейчас заедем в магазин. Тут две булки оставалось, но не факт, что есть. Наверное, уже съели. Ну, пошли. Купили хлебушка. Смотрели сейчас Агушу с черносливом, но здесь нету. Что-то мы с Сашей не подумали в Иркутске купить Алисе, чтобы получше в туалетик ходил у нас. А здесь что-то у нас в поселке туда с этим. О, Дима, ну-ка, посмотрим. Ну как? Нормально? Да. Такие тренировки у нас день через день. Вот такой у нас, смотрите, вид поселки. Эх, немножко сейчас не видно. В общем, возвращаемся мы домой. Надеюсь. Вон, Надюша тоже с тренировки. Они еще, по-моему, или еще тренируются. Посигнали. Бегает. Еле-еле. Еле-еле. Тащится, пока ее тренер не видит. Ну. Вот это моя родная улица труда. Здесь я, можно сказать, выросла. Только он там в конце. В конце улицы. Ближе. Ближе к Ангаре. Ну, обычно мы здесь сворачиваем с Сашей. Немного по кровичке ездим. В общем, мы живем на соседней улице. Тут у нас бездорожье. Дорог, можно сказать, нет. Вот. Наверное, Алиса еще спит. Как думаешь? Нет. Проснулась? Я думаю, она и не ложилась. Да, вот интересно. Вот наша улица Фурманова начинается. Ямка. Ну, у нас вообще дороги нет. Чего, вот она? Гравийка такая вот. С ямками. Даже не обещают нам дорогу. По крайней мере, на улице Фурманова точно. Хоть бы уж центральные сделали, то хорошо было. Ну, вот такая узенькая улочка. И вот наши синие, наш синий заборчик. Ну, курица за оградой. Вот ты посмотри, а ты посмотри. Места там. Места мало в ограде. Лазят куры, ну, выходят. Все, мы дома, слава богу. Доехали. Санька уже открыл дверь, высматривает. Ага, мама с папой приехали. Сейчас доложит всем. Обычно так бывает. Привет! Ну и зажигалку разобрали. Ой, а ты не спишь, да? Санька, ты не спишь. Сейчас мама обувь светит. Светится хорошо. Санька, палец. Привет, привет. Дедушка с бабушкой. Хорошо. Ой, и тетя Света здесь. Привет. Привет. Просто к врачу ходили. Ой, не скоро еще. Слава делает руки. Да. Друзья, у нас ужин. Сейчас поужинаем, пойдем спать. Мам, вот это... а у кого-то уборка, да, у этой девочки. Вот смотрите, со швабры бегает. Ты кушать-то собираешься? Алис, поднимайте ноги, скажи, да? Уборка помещений. Ни в какую не садится за стол. Ты что, меня гонять будешь? О. Не сладкий? Надя, дай, пожалуйста, сахар. Молочный супчик. Мы с Сашей соленые кушаем, а они сладкие любят. Еще супчик? Да. Ты скушал? Спасибо. Молодец, на здоровье.
Ну вот, друзья, это вкратце, как прошел у нас день, а потом случилось нечто очень нехорошее. У нас потерялась подруга. Мы ее очень хорошо знаем. Можно сказать, дети наши вместе выросли. Вот. Ситуация, значит, такая. Сегодня, ну, наверное, я так поняла, что они с утра с мамой пошли по грибы в лес. И уже выходя, видимо, из леса, мама вышла из леса, вдвоем вот они были, а дочь ее, наша подруга Ирина, не вышла из леса. Вот, она только позвонила и сказала, что сейчас, ну, как бы будет выходить, и все, и связь оборвалась уже. Потом, когда уже мама звонила, ей телефон уже был недоступен. Вот, мы узнали буквально вот пару часов назад, вот поужинали, узнали. Все, конечно, в переживаниях. Мы начали сразу все узнавать, звонить знакомым. Ее мужу, конечно же, позвонили. Саша сразу предложил помощь, но сказали, что уже народ как бы есть, волонтеры, которые помогают, тем более там они на квадроциклах, и уже время-то позднее, уже стемнело за окном. Вот весь день ее сегодня искала МЧС. Бесполезно, ничего, никаких пока что ни догадок у них ничего нету, и, в общем, не нашли. Вроде бы как следы, но я говорю, ну следы же не только ее могут быть, там мало ли сейчас грибники. Вот, короче говоря, не знаю, как сегодня будем спать, мысли постоянно крутятся в голове. Попросила всех верующих тоже, чтобы помолились, уже обзвонила всех знакомых. Также и вас хочу попросить, чтобы тоже помолились за нее. На улице 8 градусов, очень холодно, сыро, мокро, в лесу вообще очень мокро и сыро. Я даже не представляю, где она может быть, где она находится. Уже и ракетницами там стреляют, и всячески. Ну, конечно, наверное, всю ночь будут все-таки продолжать искать. На утро, завтра, может быть, даже Саша еще отправится на поиски. Посмотрим, если не найдут. Вот, мы, конечно, тоже обзванивали охотников сегодня, и со стороны горячего ключа тоже попросили, если вдруг она выйдет туда. В общем, до сих пор мы на телефоне, у нас есть группа тоже Большереченская, там какую-то информацию нам скидывают, и мы видим, наблюдаем маленечко. Так что большая просьба помолиться, чтобы человек нашелся, и чтобы все было хорошо. И вот самое, что хотела сказать сейчас, конечно, такой, наверное, еще грибной сезон, многие ходят по грибы, не ходите, пожалуйста, без спичек. Я не знаю, взяла ли она с собой спички или нет. У нее разрядился вот телефон. И, ну, мне почему-то кажется, что спичек у нее нет. Хотя бы она могла как-то согреться, развести костер. Не знаю, как она ориентируется, но вот уже вглубь далеко ушли, и ничего никаких. Как она вот так вот далеко могла уйти, непонятно. И детям сегодня весь вечер объясняла, что если вы идете в лес, но я надеюсь, что они не пойдут вообще вот так вот одни, или как-то, я говорю, вас не отпущу ни за что. Что, говорю, берите спички, что нужно на ночь сделать ночлег. Объясняла им там буквально на ложках, за столом просто сидели, как сделать шалашик. Мы тоже иногда смотрим такие передачи по выживанию, как в лесу, вот, ну, сохранить, как говорится, себе жизнь, да. Вот надо до утра как-то продержаться, там уже, ну, может быть, как-то больше сейчас народу подключится, волонтеров всех этих. Вот, может быть, я говорю, Саша поедет. Но пока что сказали, что нечего нам пока там делать. Так много народу, еще как бы никто там не потерялся из наших. В общем, вот такая вот ситуация, друзья. Так что буду заканчивать это видео. Такая вот не очень хорошая новость, конечно. Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Мы верим и надеемся, что все будет хорошо. Вот, ну все, друзья, всем спокойной ночи. Спасибо вам, что были с нами, что поддерживаете нас. Не болейте, не теряйтесь, берегите себя и своих близких. Все, всем пока-пока.